Мы пришли на стенд фирмы Thule, которая занимается креплениями для велосипедов. Огромная часть экспозиции посвящена креплениям на фаркоп или встраиваемым прямо в задницу вашей машины креплениям, которые выдвигаются из нее. Все автобусы в Германии здесь оборудованы креплениями Thule, которые крепятся сзади. Туда можно поставить до 10 велосипедов. Короче, здесь реально обожают этот бренд. Ну и половина всех детишек, которые ездят со своими родителями на байках, ездят вот в таких вот охренительных велоколясках от фирмы Thule. Здесь есть для двоих детей, для двух детей, один из которых побольше, другой поменьше, внутри маленький гамачок для второго, для двойняшек. В общем, здесь фирма Thule – это один из самых любимых брендов для передвижения детей и перевозки ваших велосипедов. Ну и, конечно, классические известные в России крепления на крышу для больших велосипедов, которые перестали пользоваться классическими захватами вот здесь вот вокруг нижней трубы рамы, а теперь крепится целиком и зажимается колесо. То есть вы абсолютно точно не поцарапаете вашу раму. Это, блин, очень круто. Надеюсь, что в России это скоро появится по каким-нибудь доступным ценам. И можно будет, не царапая, не подкладывая какие-нибудь резиночки и тряпочки, перевозить ваш велосипед на крыше тачки. Помимо всего прочего, фирма Thule занимается еще детскими сиденьями. Их тут широкий ассортимент, очень необычный дизайн, цельная такая вот конструкция из мягкого, не знаю даже сколько, мягкий плотный пенопласт для вашего ребенка, который крепится все сзади на багажник или на специальной дуге. Очень прикольный дизайн, необычные цвета. Как будто бы в скорлупе в такой сидит ребенок. Шалтай-болтай.